Федеральные торговые сети готовы зафиксировать цены на ряд товарных категорий. К этой инициативе уже подключились 30 сетей в 14 регионах. Все они ограничили наценки на самые необходимые товары в 24 категориях и договорились не повышать их. В Тюменской области в рамках данных групп будут определены несколько позиций, цены на которые зафиксируют и отметят определенным ценником. В теме продовольственной безопасности разбиралась моя коллега Юлия Никифорова. Юля, привет. Придется ли нам потуже затянуть пояса? Да, Женя, тема продовольственной безопасности и санкций сейчас занимает второе место в новостной повестке. Масло в огонь подливают интернет-тролли, которые распространяют информацию о том, что россияне в панике опустошают магазины. А что на деле, давай разбираться. Мы тоже проехались по торговым точкам и поняли, что рынок продовольствия спокойно отреагировал на западные санкции. Вот что думают тюменцы по этому поводу. Да, я не знаю, я не замечала. Все меня устраивает. Все на полках есть. Без обилия. Мне кажется, даже ничего не изменилось. Дефицита товаров в регионе нет и не предвидится. Запасы продукта сформированы на несколько месяцев вперед. Другое дело цены, но они начали расти задолго до политических событий. И здесь экономические причины. Подорожало сырье, энергоресурсы, упаковка. В общем, все то, из чего складывается конечная стоимость того или иного продукта. Сейчас цены на контроле у правительства Тюменской области, а федеральные торговые сети готовы зафиксировать цены на ряд товарных категорий. В первую очередь специалисты обращают внимание на 52 позиции. Это товары первой необходимости. 32 из них – это продовольственная группа. Например, хлеб, молоко, макароны, сахар, муку и растительное масло. Совместные, так скажем, межведомственные проверочные мероприятия на предмет соблюдения законодательства в ценообразовании. Уже сформированные, так скажем, рабочие группы на сегодняшний день реализуют проверочные мероприятия по как раз соблюдению закона по защите прав потребителей, по соблюдению закона по ценообразованию. Соответственно, полагаем, что данные контрольные, проверочные, профилактические мероприятия также будут, так скажем, иметь действие на стабилизацию ситуации на потребительском рынке. О вопросах продовольственной безопасности в России всерьез задумались в 2014-м. Именно тогда были введены первые жесткие санкции. В ответ Россия отказалась от части импортных продуктов – сыр, мясо, рыба, овощи. Но что мы получили в итоге? Рост в аграрном секторе. За несколько лет валовое производство только молока увеличилось на 40%. Мы стали изготавливать больше сыра, сами выращивать рыбу и овощи. Некогда заброшенные фермы получили вторую жизнь. За счет этого, например, стране удалось увеличить показатели по животноводству, в том числе и производству мяса. Производство именно мясопродукции запланировано у нас плюс 15% к предыдущему году, то есть это порядка 17 тысяч тонн продукции свинины. Дополнительно в 2022 году планируется поставить порядка 1000 тонн говядины мраморной фермерской, это дополнительный новый продукт в нашей фирменной розничной сети. То есть каких-то объемов по снижению производства и снабжению нашей фирменной розничной сети не ожидаем. Сейчас отечественная сельхозпродукция занимает львиную долю рынка. И даже в этом году, несмотря на неурожай и нестабильную экономическую ситуацию, в этом секторе все равно наблюдается рост. Тюменская область тоже внесла вклад в развитие дела. Поэтому сейчас нет оснований для того, чтобы сомневаться в устойчивости продовольственной безопасности. Мы запустили в эксплуатацию новый объект в птицеводстве. Это производство мяса бройлера. И только за один год 38 тысяч тонн это предприятие произвело продукции. За один год мы увеличили объем производства на 29%. Программа импортозамещения началась не вчера и позволила не только полностью обеспечить продуктами регион, но и выйти на другие рынки. Ну а те, кто в продуктовом бизнесе много лет, говорят, и не такое переживали. Мы, в принципе, проходили вот эти ситуации. У нас же, помните, когда был дефицит солью, со спичками когда-то, мы, помню, солью, мешками этой солью торговали. И в большинстве своем создано это ажиотажем населения. Я считаю, что у нас, в общем-то, и регион довольно-таки самодостаточный, и самое главное, наличие товаров, в общем-то, есть. Ну а теперь давайте к выводам. Дефицита в магазинах нет, продуктов хватит на всех. Ну а самое главное, что нужно запомнить, это то, что у России достаточно ресурсов, чтобы накормить всю страну. Женя, передаю слово.
Спасибо. Я так понимаю, поводов для беспокойства у нас тоже нет.